Всем привет-привет! С вами снова я, Ольга Карпович, ну и, конечно, уже с заказиком по каталогу 9. Каталог у нас только начал действовать до 30 июня, поэтому, если вас что-то заинтересовало с того, что я буду рассказывать, спешите купить. Ну, а если у вас нет личного кабинета, под этим видео вы можете оформить его, заполнив всего лишь данные, которые, в принципе, есть в каждой анкете, и вам придут пароль от вашего личного кабинета, где будут цены склада. Первым, что хочу сказать, я уже показывала недавно на своем канале, кого еще со мной нет, не забудьте подписаться, чтобы быть, как говорится, всего в курсе. Но опять же повторюсь, что в этом каталоге у нас весь каталог во всех странах Faberlic действует акция, которая называется «Круиз по суперценам». Она будет действовать, как я уже сказала, весь каталог. В чем ее суть? Каждые 3 дня у нас действует спеццена на определенный товар. Вот сейчас, с понедельника по среду, у нас идет спеццена на уход за лицом. Там у нас расположены такие небюджетные серии. Это идет серия «Эксперт», это идет серия, по-моему, «Renovage», если я не ошибаюсь. Потом практически вся серия «ICUL» и многое-многое другое. Но опять же повторюсь, это только до сегодняшнего дня. Завтра будет уже другая акция. Итак, каждые 3 дня будет меняться акция. И точная информация от дочернего предприятия, что именно в Беларуси, так как у нас одежды нету такой, которая продается в России, в конце каталога акция будет действовать 6 дней. И еще сразу хочу заострить внимание, но это касается тех, у кого есть личный кабинет. Если вы что-то уже себе взяли по этой акции, значит, ваша задача, вот, к примеру, сейчас среда, завтра будет, точнее, в 00 часов, 12 часов ночи, будет новый день и будет настроена новая акция. Так что, если вы что-то заказали, вот, допустим, там взяли, допустим, активный крем серии ICUL, завтра не редактируйте заказик, если вы хотите что-то добавить, потому что акция, можно сказать, слетит, и крем ICUL будет по той цене, которая сейчас в каталоге. Так что не спешите. Здесь нужно делать новый заказ, как говорится. И мы поехали. Значит, обязательно прикреплю здесь видео про новиночки. Оно у меня отдельно про новиночки. Ну, а я вам буду показывать заказик. И знаете, что самое интересное? Сейчас меня будет, ну, как бы немного, но нормально, ухода за волосами. И что самое интересное, я его не пробовала. Просто я вижу, как заказывают вот эту вот серию. Начиталась отзывов на сайте и решила взять. Очень часто встречается, значит, первое место занимает у нас артикул 1888 3D серии «Эксперт», а второе место, опять же повторюсь, я говорю про заказы у себя на пункте выдачи. Вот эта серия «Интенсивные укрепления», именно беленькая, значит, их можно по отдельности, можно наборчиком. Наборчиком работает только Беларусь. Артикул наборчика 1108N, обязательно N, потому что N это значит набор. Отдельно 1894 и 1899 бальзамчик. Кому что-то интересно, записывайте себе артикулы, чтобы не потерять. Это именно серия с церамидами, которые укрепляют весь волос, начиная от кутикулы, можно сказать, и идет эластичность волос. Начиталась я, значит, получается, отзывов, и прям рекомендуют, что идет восстановление волос, убирается пушистость, убирается вот это вот, слово вылетело, вот этот ежик, который бывает, вот вроде бы волосы длинные, но все равно вот эти вот торчки постоянно есть. Понятное дело, от первого раза оно не уйдет, потому что идет накопительный эффект. И особенно если у вас длинные волосы, не игнорируйте бальзам. Бальзамом нужно пользоваться обязательно.
Значит, не смотрите, что бальзам маленький, они у нас идут густые и хватает надолго. Помним, что бальзам на корни не наносим, а только на длину волос. Рекомендую именно в белой упаковочке шампунь, который называется «Интенсивное укрепление». И вот появился у нас шампунь этот, что сейчас был указан, может, от каталога 3 назад. Потом он как появился, так и пропал. И сейчас, как только появились, мне подсказала моя любимая сердечко, сразу заказала. Это тоже классная линейка шампуней. Только здесь уже идет для роста волос. То есть это идет у нас для всех типов, обращаю ваше внимание. Значит, очищает волосы и кожу головы, что немаловажно, чтобы хорошо очищала кожа головы, чтобы меньше была лоснистость. Плюс, если хорошо очищена кожа головы, помним, не будет перхоти. Значит, насыщает волосы питательными элементами, ускоряя естественный рост, смягчает пряди, дарит им притягательный блеск. С биотином и с витаминами красоты B7. Здесь, как я уже сказала, для роста волос. Помним, что если для роста волос, и если пишут, что питательные элементы, для жирной кожи головы не подойдет. У вас, ну, будет и так жирная кожа головы, и так быстро лоснятся волосы, можно сказать. В итоге будет еще быстрее. У тех же, у кого выпадают волосы, у кого очень сильно поврежденные, рекомендую тоже. Артикул 1770 – это у нас шампунь, и 1771 – это у нас бальзамчик. Значит, это вот такая бледно-розовая, бежевая коллекция. Ну, одним словом, не перепутайте, у нас они идут все разных цветов. Дальше не все понимают суть этого шампуня, но рекомендую прям всем. Сама раньше не пользовалась, не понимала, потом уже начинала, как говорится, вымывать, когда заканчивался срок годности, пока не начала более углубленно изучать волосы, кожу головы, чтобы избавиться от определенных нюансиков. Кстати, прикреплю здесь, у меня есть открытая запись моего занятия по уходу за волосами в нашем клубе красоты здоровья. Вот кто, как говорится, как и я, завернут на этой теме, обязательно послушайте, потому что всем, что новое узнаю, всегда обязательно делюсь. Значит, это шампунь. Он идет и мужской, и женский, черный, угольный, для глубокого очищения кожи головы. Вот у нас он был только чуть в другой упаковке, потом появилась серия Арису, кто помнит такую серию «Ставим пальчик вверх». Там был мицеллярный шампунь, просто серия Арису у нас бессульфатная. Вот, кстати, в России, по-моему, она и есть. Вот, сейчас вот очень рекомендую этот шампунь абсолютно для всех, для глубокого очищения кожи головы. Но он, артикул, кстати, 1884, не для каждодневного использования. Потому что если вы купите просто шампунь и будете использовать его как обычный шампунь, то есть, ну, для или для каждодневного, или как вы там моете, через день, через два дня, как говорится, у каждого свои привычки, у каждого свои нюансы, у вас может появиться перхоть, а иногда и даже как бы как кора на голове. Почему? Потому что вы, получается, уже очень сильно вымыли верхний слой кожи головы. Но это нужно обязательно для тех, у кого часто жирнятся волосы, у кого плохо лежат волосы и у кого есть перхоть или периодически появляется перхоть. Только если у вас не сама по себе чувствительная кожа, тогда с осторожностью. К чему это приведет? У вас будет очень хорошо очищаться кожа головы. И если кожа головы будет хорошо очищена, значит, не будет перхоти или потом со временем она будет пропадать. Плюс, благодаря вот этому шампуню вы сможете реже даже, допустим,
промывать волосы, потому что кожа головы очень хорошо очистилась. И еще вы прям увидите, вот у меня волосы, как вам сказать, они не очень густые, но их у меня получается много, и они сами по себе, когда лежат, тяжелые. Так вот, я даже на своих волосах заметила, что когда вот моюсь или этим шампунем, или шампунем против перхоти, я его использую так периодически после посещения трихолога и проверки своей кожи головы, я прям вижу, что волосы приподнимаются и появляется объем. Так что рекомендую. Опять же повторюсь, это можно как мужчинам, так и женщинам. 18-84. Поэтому этот шампунь в большом объеме и не будет, потому что он используется редко. Вот, допустим, там раз в неделю или там раз в 10 дней. Будете смотреть, наблюдать сами за собой. Далее попросили у меня заказать ополаскиватель для полости рта, артикул 2938. Вернули из кислородной серии ополаскиватель, только, я думаю, вы видите, уже в большом объемчике. Здесь у нас 400 мл, а раньше был 250. Экстра свежесть очень-очень мятный. То есть, если вы не любите мятное, лучше берите с крестиком. Там не сильно мятный. Но серия с крестиком ополаскиватель, он идет с решением определенных проблем. То есть, им хорошо пользоваться, если, допустим, у вас брекеты. Если у вас, как говорится, не свои зубы, а уже где-то челюсть вставная. И даже, я, правда, не пробовала, но девчонки рассказывали, что даже если у вас болит зуб, нужно или на ватку хорошо промочить, вот именно тем ополаскивателем, который с крестиком, промочить и положить на больной зуб, или же, вот, допустим, как некоторые там, как будто полощешь, там, приловчился. Одним словом, рекомендую, все нужно пробовать. Это обычный ополаскиватель для полости рта, чтобы освежить дыхание. Так, распродажа тоже показывала. Не знаю, как есть, но вчера, по-моему, было еще 94 штучки. Взяла на распродаже перчатки. Это перчатка для душа, обычная мочалка в виде перчатки, была только в зеленом цвете, артикул 96-38, по-моему, по 2,89, а так они 4,29. И где-то, опять же, я рассказывала, еще раз повторюсь, кто-то скажет, ой, эти перчатки можно купить где хочешь, я знаю, у меня самой такие были, когда у нас эти перчатки пропали, и как бы была уже не очень красивенькая, и наши было несколько лет, а вот я в масс-маркете купила перчатку, и, ну, как бы, она работает, но она очень быстро растянулась, и резиночка, и, как бы, некрасивый вид, ну, одним словом, быстро пришла в непригодное состояние. Так что, если любите, чтобы была вот именно мочалка в таком виде, рекомендую, артикул 96-38, берем в распродаже. Но не знаю, или еще есть. Было, по-моему, 4 цвета, остались только зелененьких. Ну и последнее, что я хочу вам показать, это белье, которое пришло по автозаказу. Я заказала себе, хорошо, что почитала отзывы, пообщалась с некоторыми девчонками, которые уже брали. И что хочу сказать, что это белье совершенно другого качества. Вот именно вот это вот бесшовное, как я вот показывала где-то недавно, бюстгальтер 3D. И вот это с этой же коллекции, здесь совершенно другое качество и совершенно, можно сказать, другая тягучесть. Поэтому, если до этого я все наше белье брала Эльки, и оно на меня было нормально, я имею в виду размер, хотя у меня низ 52 размер. Здесь у меня были Эльки, их сразу девчонки забрали, потому что белье обалденное, по-другому не могу сказать. Здесь я могу сказать, что-то у меня тавтология, XL то, что нужно. Я их уже брала домой, примеряла и, знаете, решила оставить высокую посадку. Здесь я бы не сказала, что здесь какой-то корректирующий есть эффект.
ну, может, в зависимости от своих каких-то нюансов фигуры. Но что мне понравилось, что так как это бесшовное белье, я бы даже его обозвала как вторая кожа, вот в нем очень комфортно. Будем одним словом смотреть. Значит, опять же повторюсь, в Беларуси все белье идет на автозаказ, поэтому если вы вдруг заказываете и вам пишут, что там автозаказ или там придет позже, или заказ у вас разделился на две части, не бойтесь, не стесняйтесь, смело утверждайте, просто оно придет чуть позже, доставочка идет 98 копеек. Значит, это у меня размер XL, как я сказала, модель PH418, черный цвет, артикул 504, 408, состав 67 полиамид, 33 эластан. Помним, что ластовица всегда идет хлопок. Мне очень нравится, что сейчас белье в таких зип-пакетиках все полностью. Мне очень прям нравится. Значит, здесь есть картоночка. Это высокая посадка, как я уже сказала. Вот такая вот бирочка интересная. Ластовица всегда с наклеечкой, где написано «Не снимайте защитную пленку». И, как я уже сказала, очень классный. Смотрите, здесь тягучесть совсем другая. Вот, оно так тяжело тянется. И где резиночка, вот, здесь еще как бы потуже тянется. Поэтому я так посмотрела, что лучше XL. Ну, XL, в принципе, это тоже не 52 размер, так что нужно брать меньше. Но очень мне понравились под любую одежду. И вот сразу заказала себе и в телесном цвете. Телесный цвет очень красивый, очень такой. Я их, кстати, телесные не распечатывала даже. Вот все везде ровненькое, красивенькое, проклеенное. Сейчас специально просто займемся тем, чем я занимаюсь. Сравним. Так, не так приложила. Вот. Думаю, вы видите, что все ровненько, красивенько, ничего нигде не светит. Вот. Одинаковая полностью по размерам, потому что где-то по белью писали, что белый бюстгальтер не так тянется. Нет, они полностью одинаковые. Так, не сказала артикул. Значит, моделька PH418, это беж. 419 черные. Так, а нет, это 418 черные. 419 бежевые. Значит, размеры там и там XL, артикул 504, 418. На этом у меня все по заказу по каталогу 9. Ну, конечно, еще не все по заказам, потому что каталог только начался. Так что не забудьте подписаться, обязательно пишите комментарии, у кого какие есть вопросы. Все буду показывать, все буду снимать. Ну и, конечно, приглашаю к себе на каналы Telegram и в соцсети. Ну, а если вас интересует новый сетевой, работа в интернете, пишите мне на мессенджеры, Viber, WhatsApp, Telegram, тоже есть полностью связь здесь. Буду с вами работать, поговорим, пообщаемся, проконсультируемся и приступим. Как говорится, что умею, тому всему обучу. Всем пока!